Здорово, ребята, кто только потянулся, кстати. Собственно, кто еще не понял, я теперь буду выступать под эгидой Na'Vi. Вот, Na'Vi все-таки зашли в мобильный киберспорт. Поэтому, ребят, я думаю, что это даст большой толчок для комьюнити, это даст большой толчок для того, чтобы вы все понимали, что теперь с этого момента, я думаю, будет пушечка. Грядет пушечка, потому что если зашли уже Na'Vi, то зайдут и другие крупные организации, поэтому кто там стремиться ворваться в киберспорт, имейте в виду, что сейчас нужно работать в два раза сильнее полным ходом. От души, пацаны, что верили, знали, кто предполагал, что так может произойти. Осталось дело за малым, это реализовать состав и показать достойные результаты. Я вот никогда не понимал, как бум так быстро скакивает. Как? Я так полагал, он еще один с первого зашел. Killing spree for the blue team! Target down! Cover me! Удачи тебе и твоей команде в ближайшем турнире. Покажи китайцам, кто тут лучше. Слушай, ну у меня будет возможность взять реванш у парабоя наконец-то. Лагает, не лагает, чуваки? Дорм? Да, все отлично. Я понял. Это, короче, из-за того, что я тоже с вами поток смотрю одновременно. Из-за этого. Killing spree for the blue team. Дима, передай, пожалуйста, привет Бугаге или Бугага. Killing spree for the blue team! Опять лагает? Я не знаю, почему лагает. Ну, короче, давайте я тогда доиграю эту касту, пообщаемся с вами, и, скорее всего, поток закончу. То есть, ну, в принципе, цель была стрима дать вам понять, что вообще происходит и почему. Если что, потом я все ссылочки вам оставлю и в инстаграме. Вы в инстаграме можете увидеть ссылку на видос. The red team is unstoppable. Так лагает и не лагает, пацаны. Blue team victory. Наука есть. Опа, слева под вазиком, чё? Парни, он меня поднимает аккуратно. А, я понял. Поднимайтесь. Хочешь поверху пойти, я тебя попробую закаварить под него. Сейчас, подожди. Давай, я пробую. Давай, делай. Нет, нельзя. Забей. Нет, тут смерть, тут смерть. Можешь килки с них подлутать, я этих просто контролить до того. У меня всего лишь одна. Поверху бежит. И сзади. Хорош. А, на мне есть. У меня дочела. Пофиги, сколько там стоят. Нокнул. Нормально. Левый толчок. Левого нокнул, заезжайте в левого сюда. Давайте их зацепим. В правом тоже правый есть. Пикает. Там full open пикает all. Да, я смотрю его. Я прям под этого подъеду. Подо мной будет. Он тут был последний раз пикал тут на метке. Его тиммейты подъехали, я отхожу. Я прижимаюсь. Они ниже встали, Волга. Аккуратно, надо у нас еще на экипах люди есть.
Я перезаряжаюсь. Дай смотреть. Я без грен. Он, да, у меня. Нижнего нокнул. Он так и стоит. Ластовый у вас, я еду. Мне, вас на мне. Я баги выбито, сори, не могу помочь. Как вот там убьют? Ладно, да, окей, конечно, вы же сами потом туда уйдете. Ну, могли просто бы одного плюсануть туда, в принципе, ну ладно. Я встану туда. Просто кемп уже не в зоне. Извини. Да, просто один туда только встаньте. Извини, еще раз. Уже переплывают здесь, смотри, переплывают на метке. На меня подходит водный. Сейчас я тебя чекну. Смотри, надо мной. Я не вижу. Он вышел у меня вообще слева. Он вот лоу, я с тобой играю, если что. Забрал его. Хорош, вот это он и был. Лоу. Ладушки еще один. Спрыгнул. А так в целом, спасибо большое, что были со мной. С вами был Oldboy. На этой ноте я буду, скорее всего, заканчивать. Ребят, пейте Monster Energy. Кайфовая тема. Вот. Все, обнял, поднял вас, ребят. Доброй всем ночи. Надеюсь, вам понравился стрим.